Добрый день. Сегодня холодно. Но снега у нас еще нет. Стоянка вот машин. В Востоке. А тут шарбаму ставят, чтобы во въезд, чтобы посторонние заезжали. Востокинские дворики. Вот у нас отреставрированная Востокинская школа. Как Московский театр кукол. Это центральная улица. Это вот самый одно из старых зданий каменных в Востоке. Там центральная почта. Слева там, с деревьями. Там тоже старый дом, но он перестроен. Здесь аптека Ригл. Это центральная улица Ростокин. Пересекает вот с Баджовым. Вот вот улица Баджова. Тут кто-то за нас стоит. У нас в основном все магазины, зоомагазин. Я снимал вообще раньше. В этом доме была какая-то подмосковная библиотека, находился вот там, где-то в Москве. Сейчас здесь МХЦ, на первом тоже. Здесь была какая-то проезжая часть. Ну, она сейчас проезжая, но тут площадка с магазинами и вся доставленная машина. Здесь у нас вот храм часовный, напиваемый чаша. Где-то открыт где-то 6 лет назад, деревянный. Отсюда открывается вот такой вид сверху. Там акведук. Там тоже спортивные площадки слева от акведука. Вот это вот у нас где-то вот 6 лет назад, когда деревянные поставили храм часовый. Здесь начали возводить храм Кирилла и Мефодия. Вот пока вот он в таком долгострой находится. Там я все внизу показывал. Здесь у нас вот достопримечательность. Единственный памятник московскому дворнику. Летом все в тюльпанах, в цветах. Ну, когда территорию благоустраивали, это открыли. Тот же, наверное, лет 10. Там вот тоже скульптура на базу.